Девчат, привет! По картинке, как вы думаете, о чем будем снимать сегодня? Да, наконец-то я, трясусь, потому что снимаю на телефон. Я сейчас в Киеве у себя дома, и такая счастливая, когда приезжаю к себе домой. Но я к чему, что я без штатива, без света, без всего этого, просто с телефоном в руках. Надеюсь, это не проблема. Наконец-то зажгла свечу. Слушайте, как она трещит. Для уюта. И здесь я насобирала кучу ароматов, с которыми я решила расстаться. Помните, я давно вам рассказывала, что у меня я не только складирую, собираю, а я реально хочу не коллекцию парфюмерии иметь, а иметь самое-самое любимое, которое я люблю носить. Не просто которое мне интересно иметь на полке, да, и кому-то показывать, что вот у меня столько-то парфюмов. У меня в этом вообще нет никакого и цели. Наоборот, мне хочется как можно меньше и компактнее сузить как бы свою коллекцию парфюмерную. Даже не коллекцию, потому что я не хочу коллекционировать. Скажем так, мой парфюмерный шкаф, да, хочется сузить, сделать прям таким минималистичным, знаете, как капсульный гардероб, где у тебя там на каждый сезон, на каждое мероприятие есть там 2-3 образа и все. Вот мне реально хочется прийти к этому. Я не думаю, что я когда-то к этому приду. Но из там 300, не знаю, 50 ароматов, которые у меня сейчас, может быть, мне удастся прийти к 100. И я уже буду очень рада. Но, конечно, постоянно появляется что-то новое. Мне интересно узнавать, тестировать, сравнивать. Поэтому оно, как ни крути, оно все разрастается. И вот здесь я насобирала то, с чем я готова расстаться. Какие-то из этих ароматов вообще не мои, вообще просто. И вы спросите, как же они у тебя оказались. Какие-то были присланы, какие-то подарены, какие-то куплены мной вслепую после обзоров блогеров. И по описанию мне казалось, что да, оно куплено вслепую. И после первого пшика понимаю, что вообще не мое и носить не буду. И знаете, как в таких случаях ты думаешь, ну ладно, оставлю, вдруг разношу, вдруг пойму, вдруг привыкну, вдруг полюблю. И там год-два спустя ты понимаешь, что нет, не ношу, даже не тянусь к нему, просто лежит и все. И тогда ты понимаешь, что да, что-то нужно делать. Я к чему, что здесь будут и ароматы, которые я не люблю, и ароматы, которые я люблю, не то что люблю, а как бы мне они нравятся, но не настолько, чтобы я прямо бежала к ним, и они просто вот лежат. И имея другие несколько сотен ароматов, которые обожаю, то к этим как бы очередь никогда не дойдет. Поэтому ну, место нужно освобождать, деньги возвращать и инвестировать в новые ароматы, и чтобы иметь что тестировать, сравнивать для вас. Что я буду с ними делать? Какие-то я подарю кому-то из своих близких, кто, например, я уверена, что, например, моя мама оценит аромат, где же он, с жасмином, Dior, вот этот. Ну, во всяком случае, я так думаю. Этот аромат пойдет к маме. Например, вот этот аромат я с туберозой я хочу подарить своей сестре, потому что она обожает туберозу. Для меня тубероза вообще не мое. Ну, вот несколько вот так вот идут кому-то, кому я знаю, что очень понравится. А остальные, скорее всего, что выложу на кремчики, буду продавать по каким-то смешным ценам, просто чтобы дать возможности вам, девчат, их как бы купить, попробовать, разносить. Если нет, передать дальше и так далее. Поэтому, потому что я реально верю в то, что каждый предмет, вещь и так далее должен быть любим и носим и использован своим владельцем. И если оно не мое, то значит это вам, может быть ваше, если не ваше, передайте дальше и так далее, пока оно найдет свое место. Итак, начнем с каких-то вот таких вот малышек, которые мне вот типичный аромат, который мне нравится. Это Versace, Versace, по-моему, Versace или, да, что-то такое. Немного похож на Chanel Chance au Fraîche. Многие его советуют как более бюджетную версию Chance au Fraîche.
По-моему, все равно у Fresh поинтересней, там более древесные ноты, больше специй и так далее. Этот попроще, но неплохой, мне он нравится. Но опять же, имея столько ароматов, всегда рука тянется за чем-то более интересным, изысканным, нетипичным, нестандартным. Но особенно, когда уже нос настолько избалован какими-то нишевыми звучаниями, это вот очень просто и очень, ну очень, скажем так, бесхарактерно, я бы сказала. Но опять же, для молодой девочки, которая только-только-только начинает увлекаться ароматами, это идеальный аромат на каждый день, в школу, на тренировки, на спорт, куда угодно. Я, наверное, то, что, о чем вам рассказывала, буду как-то убирать. Далее, Шабо. Это нишевая парфюмерия Etoile de Lune. Я у них тестировала очень много в шоуруме. Осталась на этом, но почему-то не ношу. Вот не знаю, даже не знаю, что. Мне что-то не нравится. Вот начиная с упаковки. Но это крышка какая-то пластмассовая, скрипучая. Какая-то упаковка такая, не знаю, что-то мне не нравится. И, скорее всего, что вот это тоже влияет на то, что мне не хочется. Мне не тянется рука к нему. Аромат такой чистый, нежный, женственный, может, даже слишком нежный на мой стиль и мой вкус. Тоже в этом бутике нишевой парфюмерии, это Николай, это Angelis Pear, ангельская груша. Аромат такой про грушу, но тут много чистого мускуса. Это для меня такой аромат прям, наверное, более строгий, чем мой стиль, что ли. Какой-то аромат более офисный. Мне кажется, он идеально подойдет девочке, которая каждый день идет в банк или в офис, в костюмчике, в рубашечке. Как бы вот такой именно деловой образ. Какой-то он слишком строгий для моего стиля, не знаю. Chanel Chance. Очень люблю этот аромат, но это я брала на пробу, покупала парфюмированный спрей для волос. И я не знаю, я его на себе не слышу больше, чем, я не знаю, 10 секунд. Может быть, это что-то с моим носом поломано, может, у него стойкость 10 секунд, я не знаю, но вот пробовала пару раз, реально, через 3 минуты я уже не слышу ничего на своих волосах, поэтому как-то, ну, вот, как бы не вижу смысла его держать, но кому-то из вас может просто познакомиться с ароматом или вот такой, как поливашку, не знаю, после тренировки, после спортзала. В общем, кому интересно, дайте знать. Это Royal Apricot, очень бюджетный аромат брала от The Library of Fragrance. Там ароматы, ну, такие вот как бы моноароматы. Это королевский абрикос, но пахнет очень просто. Просто вот абрикос, и все. Но я ничего, ну я не знаю даже, что я ожидала, потому что аромат очень бюджетный, и написано абрикос. Ну что ты еще хочешь ожидать? Но как-то я не знаю, почему я что-то хотела. Я люблю абрикос в парфюмерии, но как-то мне хотелось абрикос с чем-то, со специями, с деревяшками, ну с чем-то, не просто вот абрикос. То же самое вот это, ванилья. Акка Каппа. Ванилья. Ну вот ванилья и все. Ну вот ваниль и ваниль. Вот как и тут абрикос. Ну как-то мне уже этого недостаточно. Прада. За этим просто охотилась. Вы не знаете, по какой я его за 3 цены скупала. Просто выхватывала, потому что очень много слышала, что этот аромат просто оно. И он снятость, и я за ним охотилась. Это миндаль. И что вы думаете? И на моей коже оно просто пахнет мылом. Вот как, ну вот чисто, не знаю, ты помыл руки мылом, или там, не знаю, чистый гель для душа, или что-то такое. Ну, вот просто чистым, даже не гель для душа, вот мыло для рук. Ну, вот настолько как-то вообще без характера. Хотя я знаю девочек, которые, ну, обожают этот аромат, это их парфюмерное я. И они говорят, что он имеет изысканный очень аромат. Я не знаю, может, на мой нос как-то он так звучит. У меня что-то у меня поломанный нос, девчат. В общем, начнем с этого. Дальше, аметист, лалик. Я снимала видео о том, что это практически идентичный клон на, как же он называется, Мелиора от Parfums de Marly. Аромат про смородину. Аромат интересный, достойный, но я не фанат смородины, ягод, такого в ароматах, поэтому оно не мое. Не знаю, как-то оно мне немножко дает возрастную какую-то ноту в аромате, и я его носить не буду. И Мелиора тоже пока еще у меня, но я думаю, я его кому-то маме или кому-то спихнул, потому что я его не ношу. Paris Venice Chanel, я его покупала вот таким, ну, плюс один пшик или два. Очень много слышала об этой коллекции, хотела что-то иметь из этой коллекции, вот такую какую-то поливашку, но это настолько поливашка, что здесь стойкость, не знаю, 3 минуты, ну, 5.
Ну, как там? Ну, я даже, у меня рука не тянется наносить аромат, который будет длиться на мне, звучать 3 минуты. Это покупала вслепую после блогеров американских. Clean Reserve Sparkling Sugar. Это вот такой вот большую бадью 100 мл покупала с Амазона, потому что у меня не было возможности нигде его протестировать. После долгих обзоров и так далее, отзывов, я была уверена, что мне понравится, но на мне это просто аромат сахара. Ну, оно здесь, в принципе, пишет, что это аромат сахара, но как она описывала, это прям такой аромат какой-то чувственной кожи, сексуальной, какой-то женственной, какой-то мускусной, какой-то, как-то он там раскрывается, не знаю как. Типа как молекулярный. На мне это просто аромат сахара, все сладко, вот как для конфетка для маленькой девочки. Не знаю, аромат на, не знаю, 12-15-летний возраст. Как по мне, как мой нос его воспринимает. Дальше, это что у нас? Это Дженнифер Лопес, аромат Steel. Тоже я много о нем читала, многие советовали. Как супер, типа, находка бюджетная. Ну, как по мне, такой тоже поливашка, простенькая. Для аромата вот такого... Celebrity нормально, но ничего более. Не могу сказать, что это нишевый аромат за цену Celebrity. Нет, это Celebrity аромат за цену Celebrity. Вот это мое восприятие. Дальше, идем дальше. Это у меня Mont Guerlain. Может, я его подарю маме и посмотрим, если маме понравится. Я как бы его... Он мне нравится, но он, мне кажется, менее интересным, чем Intense. Я Intense вам даже сейчас показывала. У меня в фаворитах осени, зимы всегда. Каждую осень, каждую зиму. Он какой-то более густой, более дымный, более сложный. Этот, ну, нравится мне меньше, поэтому не ношу. Молекула от Zarco Parfum. У меня много молекул, она неплохая, но вот заметила, что просто рука не тянется, потому что я чаще ношу вторую молекулу от Eccentric Molecules, и еще там другие ароматы, Gypsy Water, ну вот такие какие-то штучки летом, как бы чистоты, невесомости и второй кожи, а к этому рука не тянется. Дальше, Clean Skin, это я по ошибке покупала, думала, что у меня этот Clean Reserve Skin есть аромат, который я люблю, вот он вот в таком же флаконе, это я покупала, думала, что покупаю этот, по названию вроде бы тоже та же компания, тот же бренд, тот же название, но это другая линейка, и звучит он немножко попроще, как по мне, менее интересно, поэтому вот такой у меня в аромате Skin есть, а вот этот Skin... Буду продавать. Дальше. Coco Mademoiselle. Тоже покупала вот такой остаточек. Это Low Privé. Была линейка. Тоже стойкость вообще 3 копейки. Я его как-то наносила перед сном, как вуаль просто. Ну, вот типа вот такой вуали на 5 минут перед сном. Но не вижу в этом смысла. Поэтому, может, кому-то из вас интересно протестировать, попробовать. Вот для этого и буду... отдавать. Дальше. Вот эти ароматы вообще не мои. Александр Джей. Не знаю даже, как они называются. Много слышала, читала. Мне не было где протестировать, поэтому заказывала вслепую. Цены были адекватные. Я думала, вот что-нибудь интересного подыщу, но нет. Altes Mizore. Это, наверное, название. Это тоже из этой коллекции. Что это? Зафир Уд Ваниль. Ароматы вообще не мои. Это что? Majestic Musk. Это тоже этот же бренд, Александр. Да, это Majestic Musk, который очень много мне советовали. Ну, прям многие его фавориты, я не знаю. Или этим блогерам доплачивают, или это покупные обзоры. Я уже, честно, я так разочаровалась в YouTube. Ну, честно, девчат, я иногда мне приходит мысль, ну, часто приходит мысль просто закрыть канал и все, потому что, ну, я влюбилась в YouTube много лет назад, 12 лет назад, когда, 11-12, когда открывала свой канал, тогда YouTube был местом для честных советов, честных мнений, честных обзоров. Ты шел на YouTube
альтернативой покупной рекламы, которую ты слышал на телевизоре, видел в газетах, в журналах и так далее. А сейчас YouTube, ну это просто базар, где все продается, все покупается, ну никакого стыда и совести, ну говоришь с блогерами, она тут рекламирует это все, вам рассказывает, что последние деньги отдаваете, это супер must have, ты с ней завтра видишься и спрашиваешь, ну, тебе реально понравилось, потому что я вообще не поняла этот продукт, мне стыдно его показывать, она говорит, да ты что, говно полное, сразу выбросила. Но тем не менее, вчера она снимала видео для вас и рассказывала, как это просто must have и бестселлер, и его надо скупать и бежать, но как-то я это не ценю, не уважаю. Я не знаю, с меня смеются блогеры другие, насколько я наивная, но я все-таки остаюсь, ну, не знаю, верна своим принципам, но я так не могу, не знаю, я так не могу, не понимаю, для чего это, ну, ладно. Или же, когда ты говоришь сразу в начале, вот мне заплатили такую-то сумму для того, чтобы я вам рассказала об этом аромате. Окей, тогда тебя слушатели будут воспринимать сквозь эту призму. А когда ты этого не говоришь, ну, и просто впихиваешь и впариваешь, ну, как-то так. Далее, Мансера. У меня много фаворитов от Мансера, но вот эти два не зашли. Кумкат Wood. У меня не было возможности его протестировать. Я его покупала для своего мужа, но он такой прям, ну, прям слишком такой одеколонистый, я бы сказала. Для мужчин, которые любят вот такие типичные одеколоны, ну, мужские, это понравится. Мой муж любит немножко другое. Он уже, я его избаловала нишевой парфюмерии. Он любит такие звучания, вот типа как Baby Cat, вот Yves Saint Laurent, Tobacco Vanilla, Tom Ford, вот такие более сладкие, кремовые, табачные, ванильные, густые, гурманские ароматы. И поэтому вот такие вот типичные, ну, как фужеры или как мужские, да, одеколоны не воспринимает. Cedra Boaz тоже многие его советовали, знаю, многие мужчины его обожают. Я была уверена, что моему мужу понравится, но нет, опять же, это не его стиль. Дальше, три вот таких вот красавчика от Elisa Abb. Я обожаю этого дизайнера, его женственные платья, шикарные, красивенные платья. Я была уверена, что мне хоть что-то из его ароматов подойдет, но нет. Это его бестселлер, это Girl of Now, такая миндальная сладкая история, но она очень сладкая, очень липкая. Даже для меня, любителя гурманики, это прям сладко-приторная липка. Дальше, вот этот аромат тоже Girl of Now, как он называется, Shine. Его брала вслепую, не было где протестировать. Но здесь какие-то цветочные такие тропические ноты, типа как иланг, тубероза, что-то вот такое, которое дает какую-то тропическую ноту немножко в сторону, такие солнечные ноты, в сторону средств от загара или чего-то такого. Это не, ну, не мой стиль в ароматах. И вот такая еще вариация Girl of Now Forever. Тоже многие советовали, как такой жизнерадостный, фруктовенький, малиновенький аромат. И на, он реально классный, малиновый, фруктовенький, но такой девчачий, как бы не мое, скажем так. Может, моей племяшке 12-летней, 13-летней очень понравится, но как бы мне уже не по возрасту. Дальше, два аромата Amalfi Sunray и Fleur de Patchouli от Zara, которые, кстати, не знаю, если буду сейчас продавать, потому что я сейчас кое-какие видео хочу собрать с Зарой, и, может быть, я для этого видео их оставлю, но потом продам. Посмотрим. Они неплохие, но я просто... Это то, что я не носила, как бы оно лежало, не знаю, год. И вот за год я ни разу не носила, поэтому я думала, что, ну, зачем держать. Но ароматы из этой линейки вообще неплохие. Они были в коллаборации с Jo Malone, по-моему, созданы. Есть у них мой любимый Ebony Wood или как-то так, такой древесный, сухой, специевый аромат. А это такие более цветочные, сладенькие. Так, вот этот аромат, который тоже был хитом на YouTube, я за ним гонялась, это не я использовала, я использовала, не знаю, два пшика, Flora Botanica от Balenciaga, потом он был с Нятостью, и вообще все блогеры за ним гонялись, я, знаете, я за всеми, все гонялись, я за всеми, не поняв вообще, что это вообще не моя история, это чисто цветочный, такой чистый,
как порошковый и цветочный. Ну, и порошковые ароматы не мое, и цветочные ароматы не мое. А здесь оно два в одном, такой как стебель, пахнет стеблем гвоздики. Вот знаете, когда цветы гвоздики в букете, и вот их именно стебельки, такие вот зеленые, травянистые, вот какой-то такой. Вообще, ну, вообще не моя тема в ароматах. Я его могу оценить как интересное создание, но носить я это не буду никогда. Не спрашивайте, о чем я думала, когда я покупала. Так, дальше. Кензо, не помню, как он называется. Кензо Амур. Интересная тема, многие его советовали как бюджетные, шикарные must-have, но, как по мне, он слишком такой пудровый, прям очень возрастной. Да, прям такой, ну, неплохой, хороший, интересный. Нет, не интересный, скажу, уже пере... Как сказать, это уже было, и это уже время этого прошло, скажу так. Но неплохой аромат за свою цену, но такой для дам постарше. Прям такой сладковатый, запудренный такой, знаете, вот пойти в театр в какой-то там, не знаю, шубе. Вот какой-то такой аромат. Prada, Парадокс. Опять же, не было где попробовать, протестировать, слушала блогеров, прям его все так хвалили, но опять же, за сколько им заплатили, не знаю, не могу сказать, потому что я, ну, вы понимаете мое отношение к этому всему, я никогда на своем канале ни разу не сказала ничего, ну, как сказать, проплаченного, во-первых, и того, во что я не верю, и не искреннего, или нечестного, не знаю, как выразиться, но это как бы, это мой принцип, но я не имею права никого критиковать, потому что у всех свои принципы, даже если они не совпадают с моими. Prada Paradox, в общем, купила никакой компот, просто сладкий, как 99% всех люксовых ароматов, вообще, ну, вот у меня 350 ароматов, вот этот, ну, вообще незаметный, ну, никакой, я не знаю, может, я его не поняла, не знаю. Так, Ламбре де Марвей от Эрме, вот такая вот амбровая версия этого аромата, я и оригинал не поняла, покупала оригинал, потом от него избавилась, потом покупала эту амбровую версию, которую столько хвалили, тоже не поняла. Какой-то этот, мне кажется, уже каким-то немножко бабушкиным, возрастным, не знаю, но мне часто амбра выдает такие... ассоциации, как бы в зависимости от того, с чем она сочетается в аромате. Дальше, Armani Code Cashmere, то же самое, я не любитель, тоже, не знаю, все скупали, я скупала, но вообще не мое. Вот Armani Code Satin, да, у меня два бэкапа, я его обожаю, но его тоже сняли, поэтому уже нету. Вот этот кашмир тоже снятость, но зачем мне держать, если знаю, что кто-то из вас будет за ним просто... охотиться, поэтому с удовольствием передам в надежные руки. Не моя история. Что еще? Вот этот, да, это что у нас, как же он называется? Alien O Extraordinaire от Терри Мюглер, или Мюглер, как его уже переименовали. Такая летняя, лимонная, цитрусовая версия. Но вообще, Alien — это не моя линейка. Этот цитрусовый неплохой, но как бы не мое. Но у меня перед ним будет тянуться рука к 50 другим ароматам летом, но не к нему, скажем так. Дальше, вот этот Си Пассионе тоже. Многие его так советовали, так советовали. И я ожидала, что раз это Пассионе, то это прям что-то такое очень чувственное, горячее такое. И на мое удивление, вообще, мне кажется, он вообще не соответствует своему ни названию, ни цвету. Он для меня такой просто... чистый аромат, поливашка после душа, не знаю, побежать в спортзал, или на йогу, или куда-то вот так, или на, не знаю, пробежку в парке, вот и все. Как бы неплохой, но у меня таких ароматов много, и как-то я его, как будто у меня диссонанс какой-то, знаете, аромат не совпадает с упаковкой, с названием и с тем, что я ожидала, и поэтому как-то, ну, я его не поняла.
Дальше, вот этот, как он называется, Dior Pure Poison, тоже многие советовали, как хит, я согласна, аромат шикарный, как летний такой чистый женственный аромат, белая рубашка, джинсы или там футболка, ну вообще, летний аромат чистоты и женственности. Но так как он все-таки про жасмин, а я такая девочка с цветами не очень дружащая в парфюмерии, то как-то, ну, я всегда предпочту что-то другое ему, и вот будет просто лежать, лежать, лежать еще, не знаю, годами. Поэтому спрошу, если мама хочет, если нет, то тоже буду предлагать на кремчике. Что это? Royal Musk от Al Haramain. Тоже многие блогеры его советовали, как шикарная арабская находка, мускусного аромата. Ну, неплохой, но, знаете, у меня таких еще 37 чистых мускусов. Как бы я бы его никогда не советовала, как что-то вот вау, бегите, хватайте, поэтому что-то я в нем не поняла. То же самое относится к этому. Bulgari Eau Parfumée Eau de Blanc. Это аромат про белый чай. Просто чистая водичка. Вот просто чистая водичка, нанести и побежать в спортзал. Все. Как бы опять же, я бы кому-то его хвалила и нахваливала, и за ним бегала? Нет. Не было просто опции протестировать где-то, поэтому я по отзывам таким хвалебным заказывала вслепую, но не для меня. Скажу так, я вообще люблю ароматы погуще, поярче, скажем так. Дальше, два аромата, которые тоже очень блогеры советовали. Jill Sander Sun. И Jill Sander Sun Delight, что-то вообще не моя тема. Тоже ароматы, которые, как по-моему, пахнут просто средством для загара. Я не знаю, для чего мне наносить какой-то аромат и пахнуть средством, кремом SPF для тела, который наношу на море, на пляже. Не знаю, почему, как бы это не моя тема в парфюмерии. Дальше, вот такие два аромата. Armand Bassi, который я очень люблю. Armand Bassi in Red. И это туалетная, по-моему, это парфюмированная. И это малютка туалетная. Я этот аромат очень люблю. Вот этот, не знаю, 15 лет носила его с удовольствием. Это у меня такой вот именно аромат чистоты, поливашка для спортзала, для, ну, вообще, для спорта, для пробежки, для, ну, вообще, чистый аромат после душа. Но уже имея столько разного, интересного и нишевого, и какого хочешь, как бы у меня они просто, это очередные были куплены, когда мой старый закончился, я купила этот полный и еще вот такой же, и маленький для сумочки, ну, в спортзал, ну, вот так вот просто купила и не ношу, потому что, вы знаете, как бы новинок куча появляется, не успеваешь тестировать, глаза разбегаются, и всегда как бы хватаешься за что-то яркое, новое. Ну, вот такая у нас психология, да? Что-то протестировать, узнать, а ну-ка, сравнить. А вот это просто лежит, но это неплохие ароматы, я их очень советую, поэтому если, ну, вы такое носите, вам понравится. То же самое, аромат чистоты, чем-то похож на Dolce & Gabbana Light Blue, Moschino Funny. Вот у меня есть маленький, который покупала, когда была... А, вот эти маленькие я покупала, когда была в Молдове, делала вам топ бюджетных ароматов на лето. Вот эти еще там какие-то я брала, малютки, да. Имея большие в Киеве, но я была в Кишиневе, поэтому покупала такие малютки. Я к чему? Вот это немножко побито, потому что я ее реально таскала с собой в чемодане, побита крышечка. Вот это реально практически новое. Это такой классный, цитрусовый, веселенький, не зря он называется Funny, он реально поднимает настроение. Аромат такой зеленого чая или черного чая с чем-то, с цитрусами, с лимончиком. Очень такой вкусненький, но опять же для молоденькой девочки. Такой поливашка, не претензиозная. Вот этот аромат многие советовали, я не знаю. Или мы настолько разные вообще в восприятии ароматов. Мне просто тошнит от этого аромата. Хаяти, от Art Collection, его советовали, говорили, что такая гурманская вкусняшка, как пенка от малинового варенья. Я как себе представила, думаю, о, оно, а я же люблю такие вкусненькие, ванильные, ну, такие прям гурманские истории. Говорю, аж слюнки текут. Я его нанесла, но здесь немного, здесь реально, не знаю, может, 5-10 миллилитров на дне. Я его, не знаю, наносила пару пшиков, я его покупала уже...
уже БУ. Но я его вообще даже заставить себя не могу. Просто я его просто бегу, смываю и все. Кто из вас любит, не обижайтесь, берите, носите. Как бы все мы очень разные. Это Джимми Чу, это история про пачули, который тоже многие советовали. Я его после стольких отзывов купила протестировать, потому что я пачули часто люблю в парфюмерии, зависит опять же с чем. Ноги просто отекают, я уже меняю позицию так и так. Но опять же наношу, и вот звучит, знаете, чем? Типичным люксовым ароматом. Как-то оно не дифференцируется от, не знаю, 30 других ароматов, которые у меня есть в коллекции. Как-то оно, ну вот, знаете, вот такой типичный сладкий, фруктовый, такой какой-то очень стандартное звучание. Дальше, Fatal Intense от Agent Provocateur. Это бренд женского нижнего белья. Очень такой сексуальный, чувственный и провокаторный. Агент Провокатор называется. И у них есть серия ароматов. Я этот аромат покупала вслепую, как-то заказывала по описаниям, но не моё. Как по мне, мне кажется, он немножко такой возрастной. Ну, в общем, не подходит мне по стилю, не знаю. То же самое вот этот вот. Это Dior, снятость. Я знаю, что это очень фаворит многих. Это парфюмированная вода Dior Addict. Это аромат ванили, пудры и сильного такого индольного жасмина, который я вообще не люблю. Если бы я хоть раз принюхалась к этому аромату, я бы его никогда не добавила к себе в коллекции. Но так как покупала вслепую, не знаю, пару лет назад, это прям все блогеры кричали, что это must have, ну классика, она должна быть у всех. Ну, должна быть у всех, может быть, но носить я это не буду. Дальше, Michael Kors Wanderlust, тоже многие советовали, как просто хит-хитов, я гонялась за ним, срывала просто, где находила, но опять же, какой-то для меня он непримечательный, вот как и этот, ну как многое в люксе, как бы я бы его никогда не узнала из 20 люксовых ароматов, именно что вот это он. Дальше, Насомато тоже наслышалась, наркотик V, в одно время, не знаю, года 3-4 назад, это был прямо хит хитов, купила вслепую, вообще не читая ноты, заказала, оказалось, что это вообще аромат про дикую, сумасшедшую туберозу, которую я просто не терпеть не могу в парфюмерии, ну и не спрашивайте, о чем я думала. Это, наверное, пойдет к моей сестре. Так, дальше. София Вергара. София — это неплохой аромат, супер бюджетный. Не знаю, он какой-то стал странного цвета. Он был такой желтоватый, сейчас стал какой-то серо-зеленый. Но хранился в шкафу, в темноте, в прохладе, поэтому, ну, не знаю. Аромат неплохой, для своей цены он вообще шикарный. Это аромат наподобие Coco Mademoiselle, как будто смешали Coco Mademoiselle немного с La Vie Belle. Ну вот что-то в этом роде, но вообще неплохой. Если бы у меня не было Coco Mademoiselle, не знаю, в 10 вариациях, ну я бы его оставила и пользовалась. Брала для сравнения вообще, ну достойный аромат за свои там небольшие деньги, вообще суперский. Дальше, это Eau de Sisley, третий. Это мне дарила знакомая, которая обожает этот аромат, это ее парфюмерное я, и она мне подарила, будучи уверенной, что, ну, этот аромат не может кому-то не понравиться, и что вы думаете, это вообще не моя тема, но он у меня лежит много лет, не знаю, лет 5-6, наверное, в коробке, в шкафу, в темноте, при оптимальной температуре, в плане того, что он в отличном состоянии, я все думала, что у меня как-то поменяется к нему отношение, как-то, ну, нет, вот не мое и не мое вообще. Он, мне кажется, какой-то строгий для женщины постарше, какой-то, ну, не в каких-то таких вот, опять же, шубах, каких-то вот, реально такая, знаете, тетенька такая статусная, ну, мне так кажется, как или я его ассоциирую с ней и тому, как она выглядит, я не знаю, в общем, но как-то носить не могу. Дальше у нас история, это Parfums de Marly, покупала на пробу, там, не знаю, на дне миллилитров 5, что это у нас, даже не знаю, как называется, это у нас Sedbury,
Это самый цветочный, наверное, аромат, который у меня есть. О чем я думала, когда я его заказывала, не знаю. Мне было интересно познакомиться с ним. Познакомилась. После ровно одного пшика поняла, что вообще Катя о чем-то думала. Готова передать в надежные руки. Там, не знаю, пару миллилитров на дне. Но вот если вам интересно, просто если вы его рассматриваете для себя, то вот вместо тестера, знаете, просто взять и там попшикать 20 раз и понять, твое, не твое. Дальше. Тезори Дуренте, это белый мускус, тоже его советовали блогеры, как вообще аромат, который внутри копейки стоит, а такое нишевое звучание. Ну, девчат, я не знаю, но реально у нас у всех восприятие разное, как по мне. Это просто какой-то ароматизатор для, не знаю, туалета, извините. Я, ну, не хочу никого обижать, но просто я понимаю, что я даже заставить себя не могу это носить. У меня были 2 или 3 подхода к нему, я просто бежала в душ. Как бы, ну, видно, мы все воспринимаем ароматы очень по-разному. Что у нас здесь еще? Jo Malone Mimosa Cardamom. Не знаю, о чем я думала. Он очень мимозный, очень цветочный. Я знаю, что я не люблю цветы в парфюмерии, но почему-то мне казалось, что как будто на коже она будет эта мимоза, как-то кардамон ее будет как-то менять, не знаю, ну как-то что-то, потому что я очень люблю крем для тела мимоза кардамон. Я не знаю как, но крем для тела я очень люблю, а аромат носить не могу, аромат для меня очень цветочный. А крем для тела на теле как-то меняется, и он звучит больше каким-то ванильным, ванильно-кардамонным, ну, не так слышна вот эта вот мимозная нота. Дальше, от Монталь, 2 штучки, которые не попала я, Amber Musk, такой очень чистый аромат, знаете чего, вот как по мне, он на моем теле раскрывается как нота парфам от Juliette Hazegan, вот такой вот просто аромат. Это что, нет, не Амброксан, а Juliette Hazegan, что там, не помню уже, и сои супер, или какая там молекула, уже не помню. Но, в общем, вот это звучит именно так, и на моей коже оно раскрывается нехорошо. И Bois Vanille Монталь, который заказывал вообще другой аромат, но по ошибке мне в заказе ошиблись и прислали вот этот, это не моя тема. Это такой статусный, громкий, возрастной, не знаю, мужской, то ли женский, какой-то такой унисекс, но очень статусный аромат. Ну, мне кажется, там для мужчины такого, не знаю, там 50+, ну, вот такого прям с должностью, с кабинетом, там, в красном дереве обшитым. Ну, как-то вот, как-то так он звучит, как по мне. Дальше, какие-то Body Mist от Bath & Body Works, которым тоже весь YouTube гремел год назад, Dark Kiss, не мое. Вот эта тема, тоже покупала вслепую, мне понравилась упаковка, Le Parfum, или как Le Parfum, не знаю, Parfum, это что, Armaf, но он очень цветочный, жасминовый аромат, но кто любит цветы в парфюмерии, мне кажется, вам понравится. Что дальше, белый кубик от Narciso, пудровый кубик от Narciso, ну, Narciso вообще не мой бренд, просто не мой. Вот это сатин неплохой от Lalique, по-моему. Такой аромат, опять же, чистоты, аромат ничего. Аромат вот просто поливашка нанес, и вот идеально куда-то, знаете, вот куда нельзя носить аромат. Не знаю, вот ты работаешь врачом или там стоматологом, я не знаю кем, нотариусом, адвокатом. Ну, где-то так, чтобы типа ты без аромата, но звучит это очень так, очень телесно. Не то, что телесно, как это сказать? Это просто как, ну, вот как ты просто чисто, ухоженно пахнешь. Все, на тебе нет аромата. Вот так. Дальше аромат Уме, который тоже Кейко Мичери, о нем столько слышала, скупала, искала, но не мое. Он такой тоже статусный, возрастной, прям слишком возрастной для меня. По-моему, там на тему сливы аромат, я сливу обычно люблю, но в этом исполнении она прям такая возрастная очень. Это новый Allure Homme Sport Chanel, покупала моему мужу, это лосьон после бритья, потому что этим ароматом мой муж не пользовался, не знаю, 15 лет, наверное, или 20, вообще этим лосьоном после бритья, только им. И вот, видите, с тех пор, как я его избаловала нишевой парфюмерией, все, он уже к Шанелю не подходит.
Дальше Лалик. Лалик это тоже покупала мужу. 1905, по-моему, этот аромат. Я в него влюбилась. Вот он, 1905. Новый абсолютно. Терр Ароматик. Там такая бутылка шикарная. На подарок можно... Ну, аромат шикарный. Он унисекс. Но я покупала мужу с идеей, что буду и сама носить. Но так как, ну, у него немножко другой стиль. Он даже... Ну, он даже... Он увидел новую коробку, говорит, ой, нет, ну, у меня слишком много... Мой муж такой минималист. Он говорит, зачем мне столько ароматов? У меня много, даже не буду открывать, подари кому-то новый. Ну вот и все. Вот на этом мы остались. Дальше, что у меня еще здесь? Вот этот Redwood D-Squared, это тоже кто-то советовал из блогеров, как просто аромат, который не может не понравиться, просто идеальная покупка вслепую. И что я купила? Нанесла один пшик и поняла, что вообще не нравится. И значит, может. Поэтому буду вот кому-то вот так, не знаю, продавать, дарить вот такой целый набор. И еще что-то у меня здесь под свечой осталось. Сейчас. Ой. Это что у меня? Al Haramain Amber Wood Tobacco. Это как аналог на ваниль, табако ваниль от Tom Ford, мой любимчик. Он у меня есть, я его люблю, он у меня есть открытый, но так как он у меня был там, не помню, в Украине, а я была в Молдове или где, и купила еще один. Поэтому, ну, вот этот запакованный не буду даже открывать, кому-то продам вот в таком виде. Все, девчат, еще у меня есть в коллекции еще кое-какие ароматы, о которых я не уверена, но пока, раз не уверена, не буду здесь их ни показывать, ни рассказывать. А вот это все я поищу коробки, на большинство из них, наверное, я найду коробки, и все это выложу на кремчики и дам вам знать. Целую, пока!